Недавно бывший муж Софии Стужук попал в больницу с коронавирусом. Поначалу казалось, что болезнь Дмитрия протекает сравнительно легко, но ночью София сообщила страшную новость: состояние больного резко ухудшилось, произошла остановка сердца. Несмотря на то, что София рассталась с Дмитрием не на самой позитивной ноте, обвинив его в изменах и насилии, она искренне переживает за его здоровье. Стужук попросила своих подписчиков поддержать ее в этот трудный период и не обвинять в хайпе на трагедии. Короче говоря, все очень плохо. Не знаю, я не могу сейчас говорить, но поеду сейчас с папой туда в больницу. И когда смогу дать какую-то информацию, я дам. Короче говоря, Дима сейчас в очень тяжелом состоянии. Не в сознании, он находится в реанимации. Я не могу говорить подробности, но никаких прогнозов нету совершенно. Мы покупаем все необходимое, сейчас все лекарства. Я буду... В общем говоря, я не знаю, что корректно рассказывать об этой ситуации, но я хочу сразу пресечь все слухи вокруг нашей семьи на корню, которые сейчас витают. Я хочу, чтобы вы понимали, что ковид — это не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров. Но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой, и осложнение пошло на сердце. Его сердце не справляется. Он вчера пережил клиническую смерть. Ему допустили сердце заново, но он до сих пор, уже больше суток, не приходил в сознание. Его состояние сейчас крайне тяжелое. На это пока никто никак повлиять не может. И все, что я могла и могу сделать для того, чтобы отец моих детей жил, я делаю. Это все правда очень больно и тяжело. И все, что я хочу вас попросить, это оставаться людьми, потому что как бы там ни было, это человеческая жизнь, и это правда очень страшно. Я просто молю, чтобы все было хорошо. Последняя информация для близких и тех, кто интересуется, потому что у меня завалены мессенджеры, возможно, не на все отвечаю. Дима сейчас лежит в 4-й больнице в реанимации. Туда, естественно, не пускают. Мы приезжаем только под сам корпус, если нужно привезти какие-то лекарства. Сейчас мы все, что нужно, привезли, и уже я не знаю, чем можно помочь. В общем, вот так.